Всем привет! Приехали на заявочку. Сегодня вот такая вот у нас лиственница наклоненная, толстенькая. И два ствола расходятся. Тут у нас сарай под наклоном. Соседский домик. Веточки такие толстенькие, длинные. Вот как-то так. О, такая ветвистая. Что, будем разбирать ее аккуратненько. И стол потом повалим. В принципе, места тут хватает. Куда ветки там ложить. Так что будем начинать. Не переключайтесь. Так, ну вот я уже наверху побыл, закрепил ролик. Будем спускать первую ветку. Потихоньку. Подожди. Подтяни на себя. Натяни. Веревку. Oh.
держи. Завязывает на это, на спусковом много витков. Потиху. Подожди тогда. Стой, подвыровнять ее надо, чтобы она легла, блядь. Аккуратно. Подожди. Пускай потиху. И иди, может, подвыровняй ее. Чтобы не застряло.
отлично. Я не осталось завалить. Yeah.
Ну вот и закончили с этой здоровенной лиственницей. Такой стволик не маленький у него. Все целое и невредимое.